Жена популярного рэпера Джигана, Оксана Самойлова, опубликовала в микроблоге запись, в которой призналась, что пытается бороться с аллергией. На фотографии молодая женщина запечатлена в компании дочери Леи, поэтому фолловеры гадают, у кого из них проявились неприятные симптомы. Знаменитость отметила, что для решения проблемы была вынуждена обратиться к специалистам. Поклонники дизайнера регулярно хвалят любимицу за умение совмещать уход за здоровьем и внешним видом и воспитание трех дочерей. Многие пользователи социальной сети интересуются, откуда Самойлова берет столько сил и энергии на многочисленные заботы. Недавно звезда разместила в Инстаграме пост, в котором призналась, что ей приходится многим жертвовать, чтобы успевать заниматься наследницами. Кроме того, она посоветовала девушкам без детей вплотную заниматься карьерой, чтобы не упустить время на самореализацию. Супруга Джигана также подчеркнула, что быть мамой гораздо сложнее, чем заниматься карьерой, ведь с появлением детей свободного времени на себя и отдых уже не остается. Подписчики молодой женщины поспешили поддержать ее, оставив множество комментариев под публикацией с добрыми словами и пожеланиями. Кроме того, они признались, что обеспокоены нуждой любимицы обратиться к врачам. Согласна с вами полностью. Когда детки маленькие, то вся жизнь вертится вокруг них. А если ребенок не один в семье, тогда своей жизни вообще уже нет. Но ваши девочки чудо, вы такая молодец. Действительно сложно быть мамой, особенно когда малютки болеют. А что за аллергия у Леи? Оксаночка, увидела ваш пост, запереживала. У кого из вас аллергия? Как еще лечите ее? Правильно делаете, что сразу к врачам, здоровье важнее всего. Как только вы все успеваете. Восхищаюсь количеством вашей энергии и сил. Пример для подражания, поддержали кумира фанаты.